Федерация спортивного туризма Республики Молдова, станция туризма город Бельцы. И мы в своих новых походах, и 10-я гимназия с нами. Вот наши участники, Олег Геннадьевич сегодня в качестве повара, он с нами, значит, делает выезд. Олег Геннадьевич, привет. Вова Ганган уже собрался в повар. Ну что за ребенок, ни минуты покоя. Вовочка, может присядешь, хоть отдохнешь 5 минут? Ну, наконец-то. Тут целый день в труде. То дрова колет, то еще. Артем Хабушевский, тоже 10-я гимназия, тоже полный. Вот. Мы в заповедных местах Молдовы. Это заповедник Бутешты. У нас здесь скалолазание будет. Я сейчас сниму скалу, по которой ребята будут лазать. Вот наш лагерь. Пометка 4-местная. Это палатка для повара. И моя палатка 2-местная. И, конечно, легендарная кухня МК-10 походная. Вот она уже в работе была сегодня. Вы, кстати, сейчас в магазин пойдете, спросите дрожжи. И если будут дрожжи, и муку купите, если что, может, хлеба испечем себе. Вкусных булок печем, да? Они делают, не, они быстро делаются здесь. Ставишь оно само. Наше скромное снаряжение и живописные места Молдовы.